вас миома матки, миома шейки матки, кисты, спайки, девчонки, вам всем рекомендую артилию зимолюбку, да? Но для начала вам нужно сделать чистку, это истоки чистоты, чистит внутри и снаружи клетки. Все спрашивают, что такое? И вот такие вот три баночки. Они чистят печень, почки, лимфатическую систему и кровеносную, также систему мочевыводительную. Еще есть в программе ЯПАМ-24 и ЯПАМ-31. Я для себя взяла, потому что у меня вот такая вот тема, как у вас, да? И 24-й этап, ЯПАМ, это для женщин, для женского организма, у кого ПМС, у кого месячные сбои. И 31-й ЯПАМ, он не дает это всему идти дальше, то есть вперед. И также пью дикий ямс, девчонки. Дикий ямс, здесь две капсулы, два вида. То есть идет зеленый и оранжевый. Оранжевого больше. То есть надо пить до месячных, после месячных, там, по циклам. Есть своя программа, есть, ну, в общем, поняли, да? Все надо вместе пить. Если в комплексе не пить, а то получится как пирог, да, недопеченный, если вдруг...